Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы завершили монтаж фиброцементной плитки «Каньон». Позади меня находится дом, вот такой вот красивый бежевый кирпич. Обшиты у нас окна дековером. Сейчас камеру переверну и более подробно вам покажу. Вот такой вот симпатичный домик получился. Сам дом из газобетона. Утеплили мы его минераловатным утеплителем толщиной 100 мм по деревянному каркасу. Дальше сделали обрешетку и смонтировали вот такую вот плитку. Плитка называется Мюнхен, такой бежевый, светло-бежевый, видите, разных оттенков этого камня. Обошли окна фиброцементным сайдингом дековер. Раньше мы обходили кедралом, но кедрал из России ушел. Есть аналогичный материал, похожий на кедрал, называется дековер. Вот белым дековером обошли окна. У нас из дековера сделаны наличники и сделаны откосы. Ширина наличника вот этого где-то 9,5 сантиметров, и вот такие вот откосы. Вот такая вот плитка интересная. Углы у нас сделаны тоже из плитки «Каньон», специальный угловой элемент. Вот такой вот он выступает, создает такую интересную фактуру. Давайте немножко подальше я отойду. Вот такая вот интересная у него фактура. Также мы разбирали вот эти вот белые софиты, заводили утеплитель туда дальше, выше, и соединяли утеплитель с стеновой утеплитель, соединяли с кровельным утеплителем. Сейчас вот установлены уже софиты. Давайте пройдем по кругу. Вот такой вот здесь вот кирпичик красивый. Тоже идет у нас дековер. Вот. На этом фасаде у нас нету цоколя, ну вернее как он, и цоколь, и стена, все из одного материала, из одного цвета. Здесь тоже у нас вот такой вот уголок, задняя стена у нас одно окно, также обошли его дековером. Вот такой вот кирпичик в тени, вот так вот он смотрится. Вот и с этой стороны установлены водосточные трубы. И здесь вот также мы сразу установили приточные клапана в несколько комнат. И вот так вот заказчик поставил решетку от приточного клапана бежевого цвета. И также вот два окна обошли тут дековером. Друзья, ну вот такой вот небольшой обзорчик объекта нашего. Напоминаю, плитка называется фиброцементная плитка «Каньон». Вид вот этого кирпича — мюнхенский кирпич, цвет номер 67. Такой вот бежевый красивый цвет. Вот, если есть какие-то вопросы, пишите, а так, всем пока.